аэропорту Хитро в Лондоне. И как тебе? Огромный аэропорт. Персонал очень доброжелателен. В отличие от России? В отличие от России, мы быстро прошли все процедуры. Единственное, что нам прекрасно заставили чутки разуться. И не дали нам эти синие, как они называются, следы. Ну, осталось 10 часов до Канады. До Канады лететь 9 часов 15 минут. Отлично.